такая тема. Я сразу хочу ответить. Ну, во-первых, новинки каталога пришли не сразу, то есть они пришли перед Новым годом. Кто-то их получил намного позже. Потом у нас была подготовка великолепного мероприятия, очень важного, одного из двух важнейших, которые в году проводят, это рождественские встречи. Поэтому сейчас дошла у нас очередь и до новинок. Скажите, пожалуйста, вот все новинки, которые в зимнем каталоге есть, все уже попробовали, кто сейчас присутствует на вебинаре, потому что, в принципе, здесь продвинутая аудитория, которая всегда в первых рядах. Ну, мне с вами будет, вижу, что плюсики пошли, мне будет с вами в этом плане общаться очень интересно, потому что мне уже, в принципе, хочется получить от вас обратную связь. Ну что, обо всем по порядку. Да-да-да, ой, классно, это супер. Сейчас, в принципе, я думаю, что какую-то информацию вы услышите впервые, потому что я очень тщательно готовилась, я очень хорошо с маркетологами сотрудничала, с отделом логистики и так далее, потому что какую-то информацию, которую вы не прочитали ни в каталогах, ни на сайте, я думаю, что до вас донести постараюсь. Первое приятное удивление, когда вышел каталог зимний. Скажите, что это было? Это было то, что он порадовал своим дизайном, своим смелым, открытым, таким вызывающим, таким ярким, креативным цветом. Вот скажите, кто испытал вообще легкий шок, скажем, такой приятный, когда получили каталоги? В принципе, огонь. На самом деле, в принципе, всегда, да, когда вот квартал заканчивается, всегда мы ждем каталога, сейчас уже с нетерпением весны каталога ждем, и какое-то волнение испытываем. Во-первых, мы не знаем, как он будет выглядеть. Во-вторых, мы не знаем, какие там новинки, да, ну что-то там просочится, какая-то информация, какой-то мы, в принципе, сами в головном офисе компании, да, еще вот там что-то держится, ну, скажем так, какой-то там завесе, да, в тайне. Поэтому это всегда радует. И вот когда этот каталог пришел, когда мы на него посмотрели, конечно, мы были все из головной офисной компании, консультанты. Первая была у нас, первый семинар был в Кемерово, когда вышел каталог, и, конечно же, там сразу реакцию на обратную поймали. Очень положительную, очень позитивную. И, конечно, второе, то, что, в принципе, очень порадовало, это именно созвездие, потому что там несколько уникальных, это новшество, это ноу-хау, это на самом деле такие продукты, которые, в принципе, компания Майтан представляет впервые, и продукты бьюти. И смотрите, что, в принципе, они делают. Они открывают, то есть расширяют возможности ухода, омолаживающего ухода за кожей. Они дают вам новые возможности для вашего бизнеса, открывают новые перспективы быть более молодыми, более красивыми и быть более успешными. И все это я говорю о наших новых продуктах, которые представлены именно в этом каталоге. Ну, давайте обо всем по порядку. Ну, первое, конечно, то, что, наверное, ну, обновленная серия БАУ, я о ней скажу потом отдельно. В принципе, по ней был вебинар. Кто не был на вебинаре, когда я рассказывала полностью всю информацию об этой серии и хочет послушать ее, можете зайти в архив на сайте компании, в раздел «Вебинары», и там есть запись, выложена запись полностью этого вебинара. То есть вы можете там все послушать, какую-то информацию, которую вы, возможно, и не знали. Добрый вечер, Новоуральск, у нас еще люди подсоединяются. Конечно же, интересная новинка, великолепная, это регенерирующая сыворотка. 100 конфиолетовый кукуруза, омега-3 комплекс. Я о ней, конечно, буду подробно говорить, и вещи, которые буду говорить, наверное, я уверена, что они вам понравятся, потому что мне, в принципе, тоже очень понравились. И всем сотрудникам компании тоже близко это все легло, потому что на самом деле такая вещь, которая действительно расширяет возможности ухода за кожей, она нужна абсолютно каждому. Думаю, что, ну, когда я буду говорить, вы это все поймете. Далее антивозрастные сферы суперсептики, тоже интересная новинка, которая позволит добиться результата независимо от состояния кожи. Тоже об этом буду, ну, о каждом продукте я буду говорить подробнее. Дальше, отличительные особенности масок, которые появились в серии «Домашний салон красоты». Вы знаете, я хочу обратить ваше внимание, возможно, кто-то, ну, многие, я думаю, знают, возможно, все, а может быть, кто-то не обратил внимания, что серия сменила свое название. Сейчас она, мы привыкли, да, что очень много лет серия была, да, в принципе, серия практически 10 лет, 9, серия называлась «Домашний косметолог». Сейчас она носит название «Домашний салон красоты». В принципе, это было обусловлено такими объективными причинами, но вот сейчас вот так. И маточки, которые появились, они, конечно, тоже очень отличаются, но они отличаются тем, что эссенция гель, который внутри находится, которым пропитана скамейка,
ценовая основа совершенно другого качества. И обратили внимание, вот пишут в чате, ну да. И, конечно, более удобные в применении, и более эффективные, и более экономичные. Так, следующий. Пыталась писать сейчас по привычке клавиатурой. А, вот эта новинка, которую тоже долго ждали, когда ее еще в прошлом году тестировали, она тоже дала очень замечательные результаты, положительные. И, конечно, новинка, которую пополнила серию доктор Ван Тау, это действительно новый шаг в трансдермальной терапии. И я говорю о тибетской травяной смоле. Мы сами ее долго ждали, мы, в принципе, ее уже начали использовать. В головном офисе тоже есть очень много поклонников этой серии, и поэтому тоже о ней будем говорить подробнее чуть позже. Ну и, конечно же, бомбой каталога зимнего стала обновленная серия БАО. Действительно роскошная серия, действительно серия, которая достойна самых лучших слов, достойна самых лучших отзывов. Но о ней сегодня я еще раз повторю, что я не буду говорить подробно. А кто хочет подробной информации, пожалуйста, зайдите на сайт раздел вебинары, найдите этот вебинар. Ну, теперь обо всем по порядку, как я и обещала. Что же я хочу сказать о регенерирующей сиворотке с соком фиолетовой кукурузы, омега-3-комплекс? Это действительно средство, которое поможет расширить границы эффективности омолаживающего ухода за вашей кожей. С этим средством действительно это возможно, потому что это средство не то что 2 в одном, это даже можно сказать 32 в одном. Почему я об этом говорю? Потому что, смотрите, во-первых, сок фиолетовой кукурузы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что темные овощи, темные фрукты обладают огромным количеством антиоксидантов в своем составе. Поэтому сок фиолетовой кукурузы. Это, кстати, вещь достаточно экзотическая, и, в принципе, она занимает, да, достойную позицию именно в косметологических сериях различий. А почему беспрецедентно высокий уровень антиоксидантной активности? Ну, потому что именно именно фиолетовой кукурузе такое количество антиоксидантов. Что же делают наши антиоксиданты? Я думаю, что многие знают, но я просто еще раз скажу, что это именно то, что позволяет нашей коже долго не стареть. Сохранять молодость, сохранять эластичность, сохранять упругость. То, что делает нашу кожу увлажненной. То есть это компоненты, которые, антиоксиданты, помогают коже предотвратить процесс старения. Омега-3 комплекс, в принципе, тоже все механизмы старения тормозит, напитывает кожу влагой, и коллагеновая сетка со временем, вот вы будете пользоваться, да, вот как, в принципе, в каталоге написано, думаю, все прочитали. В течение 3-4 месяцев, пожалуйста, пользуйтесь перманентно, постоянно, и вы увидите, как ваша кожа благодарностью вам ответит, потому что коллаген будет вырабатываться, каркас будет восстанавливаться, и кожа будет, лицо будет становиться более молодым, кожа будет становиться более эластичной, гладкой, более сияющей. Вот еще, знаете, огромная такая отличительная особенность и огромное преимущество этой сыворотки, которая омега-3-комплекс, да, то, что омега-3-комплекс может, он совершенно отлично нормализует состояние любого типа кожи. Это я говорю сейчас о том, что данный продукт, данная сыворотка подходит великолепно для любого типа кожи и будет работать именно с той проблемой, да, на которую вы наносите. Если нормальная кожа, то, конечно же, он будет поддерживать это нормальное состояние, комфортное состояние, будет улучшать усвояемость питательных компонентов, будет увлажнять кожу. Жирная кожа, наоборот, будет регулировать работу тканевых желез, устранять воспаление, устранять акне и так далее. То, что касается чувствительной зоны к раздражению кожи, будет смягчать, успокаивать и защищать. То есть это именно то, в чем нуждается данный тип кожи. Так, достаем здесь. А сухую кожу, конечно, вы уже понимаете, да, что будет увлажнять, защищать от потери влаги. То есть посмотрите, какое вообще разностороннее действие. Что касается дряблой увядающей кожи, будет питать, предупреждать повреждения, устранять излишнюю сухость. И защищать, в принципе, от негативного воздействия окружающей среды. Читаю, отвлекаюсь на чат. А зрелая кожа, он будет запускать процессы регенерации собственного коллагена и эластина, то есть
он будет работать именно на то, чтобы кожа запустила собственные процессы и стала выглядеть более молодой, сияющей, свежей. Поэтому то, что касается сыворотки нашей, это не просто сыворотка, это именно эликсир, наверное, как эликсир молодости, красоты, сияния вашей кожи. Я сейчас буду еще, сейчас все по порядку, потому что, в принципе, меня на самом деле переполняет эмоции, потому что мы начали пользоваться, начали пробовать, и на самом деле у нас в офисе уже есть такие результаты. И, конечно, отзывы мы слышим сейчас очень положительные об этом продукте. На основании всего того, что я сейчас сказала, да, беспрецедентно огромное количество антиоксидантов, все вот эти компоненты, вот смотрите, что она делает за счет вот этого состава. Стимулирует процесс восстановления кожи, да, то есть, еще раз повторяю, омолаживает. Корректирует признаки старения, ну, тоже, это какие-то пигментные пятна, потеря упругости, сияние кожи, то есть, да, нездоровый, не свежий вид. Делает кожу красивой и молодой. Поэтому сейчас, я думаю, каждый для себя решит сделать самый первый, самый важный шаг к тому, чтобы выглядеть возрастом только красивее, моложе, более сияющий, более ухоженный. Потому что, в принципе, компания предоставляет сейчас каждым каталогом такую возможность все больше и больше. В принципе, любой каталог удивляет какими-то экзотическими новинками. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, сразу вопросы. Вот давайте, что касается вопросов. Сейчас я увидела вопрос, я на него отвечу. Но, пожалуйста, потом, вот сейчас слушаем, а вопросы можете писать в рубрику «Вопросы», мы потом поговорим об этом. И опять уж речь зашла у нас о вопросах. Если на какие-то вопросы вы сейчас не получите ответы, в конце будет слайд моей электронной почты, пожалуйста, туда напишите, и я вам отвечу, все подробно, все распишу, и, в принципе, на вашу электронную почту. Договорились? Какого возраста можно использовать, вот спрашивает у меня Украина. Вы знаете, вообще, вот 30+, это нормально, но если, вот есть сейчас просто, видите, сейчас есть более взрослые женщины, более такой, скажем так, лучшей кожей, да, чем молодые девушки. Поэтому, если у вас есть проблема, если сухая кожа, девушка моложе, если сухая кожа, не надо использовать ее под средство, да, уходовое. Это я тоже буду как, рассказывать, как использовать, извините. А, пожалуйста, пользуйтесь в течение дня, когда вы чувствуете, что кожа нуждается в увлажнении, когда вам некомфортно. Вот, пожалуйста, вот некомфортное ощущение на коже в течение дня можете, в принципе, наносить на лицо. Потому что, опять же, говорю, что здесь преимущество огромное в том, что не только под крем наносится или как средство для увлажнения на чистую кожу, вы сыворотку можете наносить и на макияж. Потому что она не испортит абсолютно макияжа, а только ваш вид освежит и сделает более сияющим. Слово «сияющее» повторяю, но на самом деле, в принципе, вот, потому что это слово очень подходит именно к этому продукту. И еще раз для закрепления результата. Повернуть время вспять возможно именно с этим продуктом, потому что будет защищать вас от хроностарения, восстанавливать природный баланс, выравнивать цвет лица. Это очень важно, да, ровный, здоровый цвет лица. А комплекс полиненасыщенных кислот омега-3, он будет возвращать коже способность собственной регенерации. То есть кожа будет продуцировать собственный коллагенный эластин. В принципе, я об этом много говорю, но это на самом деле так, и это очень важно. Если кожа запустит процесс собственной регенерации, к чему это приведет? Это приведет к тому, что вы будете выглядеть моложе на много лет, чем вы, в принципе, может быть, по паспорту вам и больше лет, но вам никто не будет давать этот возраст. Я хочу сказать сейчас отдельно о применении. Извините. Воды не взяла. О применении данного средства. Если вы находитесь в офисе, где кондиционер, если вы поехали в офис, где море, если вы ходите в столу, полярий загорать, если вы, в принципе, по грязной улице, да, где всякие выхлопные газы и так далее, сыворотка будет вашей прекрасной защитой от всего этого, что я вам говорила. А, пожалуйста, видите, сыворотка двухфазная, поэтому обязательно перед применением надо ее хорошенько взбалтывать. И с расстояния 25-30 сантиметров наносить на лицо, но может быть чуть подальше. И не пугайтесь, пожалуйста, если там капельки какие-то более такие крупные попадут, пожалуйста, просто чуть-чуть вытрите лицо и все.
оно ничего не размажет, макияж у вас не пострадает. Далее, что я еще хочу сказать про сыворотку. Ну, в принципе, я все сказала, да, что... А, вот еще. Эту сыворотку можно наносить как вечером, так и утром под ваше уходовое средство, любое, дневной крем, и это уже для более зрелой кожи, и вечерний крем. И она будет, в принципе, еще работать на то, чтобы крем работал эффективнее. То есть они будут в контакте с кремом работать более эффективно. И работать именно на омоложение. Скажите, ну, в принципе, по сыворотке вот практически все сказала. Если какие-то вопросы, прям можете сейчас сразу где-то написать в рубрике «Вопросы», чтобы не забыть. А потом мы к этому вернемся. Хорошо? Нету вопросов, пишут. Ну, отлично. Вот еще одна новинка. Это эксклюзивная разработка компании Maytan. Она тоже, в принципе, приятно удивила своими творчествами, уже своим воздействием, потому что результат мы получаем сразу. Потому что результат действительно настолько ярко выраженный, настолько моментальный. И, в принципе, кожа очень молода. Она дает сыворотка, вот именно вот эта вот сыворотка, которая заключенная в эти капсулы, да, она какое-то дает, понимаете, какое-то свечение невероятное, мягкость, шелковистость. Скажите вот мне, скажите в чате, кто пробовал уже эти тестики? Ну вот уже пишут, что во время нанесения. Скажите мне, пробовали вы уже? Ну вот все, пошли плюсики, я в принципе уже вижу. Я хочу сказать, что я тоже пробовала, и это великолепное, потрясающее ощущение. И я хочу сказать, что компания радует нас, да, с каждым каталогом, какими-то новыми продуктами, которые... дают вот эти вот новые активные ощущения невероятные, да, началось старизм, потом вау, обновленная, теперь вот сыворотка. И, конечно же, вот этот омолаживающий эффект надо как-то поддерживать. Поэтому составляющие вот это экстракт икры, бензин Q10, витамин Е, именно будут поддерживать омолаживающий эффект. Я знаю, что экстракт икры, тут очень много людей на вебинаре, которые... Давно уже. И у нас была такая серия ОМИ с экстрактом икры. И она была очень эффективна. И мы всегда говорили, да, экстракт и снаружи, икра снаружи, икра внутри. Здесь, в принципе, я тоже хочу сказать об этом же. Потому что молекула экстракта икры, да, молекула икры очень хорошо, но она практически такая же по строению, как и молекула кожи. Поэтому позволяет всем средствам проникать более глубоко и воздействовать более эффективно. И каждый день применения продлевает молодость кожи на 1 год. Это, вы знаете, вот не сделать такой вывод. Потому что, ну вот, 14 капсул в коробочке, 14 дней, минус 14 лет. Ну так, посчитайте. Будем, в общем, состояние кожи продлевать. Состояние молодости кожи, не состояние кожи. Поэтому карты в руки, уважаемые консультанты, уважаемые... лидеры компании Maytan, несите эту информацию, несите своим клиентам, своим родным, своим людям, которых вы любите. Я думаю, что мы будем просто расцветать с каждым годом. Да не то, что с каждым годом, с каждым каталогом, видимо, с каждыми новинками. Здесь еще в этой сыворотке, в этих сферах, да, новейшие технологии применены, которые позволили сократить молекулу именно этой сыворотки 60 раз, которая и за счет этого дает очень легкое проникновение в глубокую слой кожи. То есть это работает не только на поверхности, это более на глубоких слоях кожи работает. И еще я думаю, что тоже здесь многие уже знают, что такое капсулированная формула. Да? Капсулированная формула позволяет поддержать стабильность, высокоэффективной, натуральной формулы внутри. Потому что если бы это средство, вот эта сыворотка, заключенная в наши золотые капсулки, была бы просто в баночке, была бы просто в тюбике, в принципе, она бы не прожила ни суток. Она бы испортила. Поэтому защищаем формулу натуральную, защищаем нашу эффективную формулу именно капсулы. Я, знаете, еще хочу о чем сказать. Вот у вас было уже такое, вопрос, он уже ответит, но я сейчас не буду. Не ответьте, у вас было такое, что капсулы у вас твердели, когда вы открывали коробочку? Вот видите мне, пожалуйста. Было, да, вот Артем мне пишет, Екатеринбург. В принципе, было, вы с этим столкнулись. Вы как-то решили уже этот вопрос? Я, знаете, я хоть, ладно, не буду я вас уже мучить, я, в принципе, вам скажу. Естественно, капсула, вот кто уже капсулы наши полюбил, знает, и, в принципе, мы много про них всегда говорили.
Это натуральная оболочка, это желатин. И вы знаете, в принципе, здесь защита нужна для сыворотки более серьезная, более сильная. Поэтому вот немножко там усиленный желатин. И под воздействием холодных лучей, в принципе, зима, они твердеют. Но если вы чуть-чуть даже возьмете в ладошку и подержите, даже под теплом человеческого тела, в принципе, она размягчается. А если вы возьмете и чуть-чуть подержите в теплой водичке, естественно, до растворения. Да, вы знаете, что желатин растворяется в воде. То есть вы можете вот нашими капсулами, капсульная косметика, которая, в принципе, уже все время в линейке компании Мэйтан находится, и она никогда не уйдет, потому что она очень востребована. Вы знаете, что мы ванны принимаем, что капсульки бросаем. Кожа у нас великолепная, увлажненная, подпитанная, капсулы растворяются в воде. То же самое здесь, чуть-чуть подержали в теплой водичке, и капсула становится мягкой, под воздействием тепла. Все, и в принципе, вопрос решен. Говорится. Что касается Наталья Лазарева, я, кстати, знаю, что Лазарева и Челябинск, они, в принципе, всегда решают вопросы каким-то таким очень быстро, и такие какие-то у них есть креативные вообще формы решений, в принципе, это всегда, это приятно всегда, потому что люди находчивые, и, знаете, вот есть такие, да, у нас вот, там то проблема, это проблема, в принципе, ради бога, если вы видите в этом проблему, это будут ваши проблемы. А если вы видите проблему и хотите ее решить, то вы ее решите, и ничего не пострадает. Это уже как закон, наверное, действует. Хотите проблемы? Будут. Поэтому думайте о том, что вы хотите. И, в принципе, проблем никаких нет. Просто если какой-то вопрос возникает, вы всегда можете обратиться в головной офис, написать письмо, позвонить, в конце концов, наши скайпы, там, не знаю, даже мобильные телефоны. То же самое, и какие-то вопросы возникают, пожалуйста. Обращайтесь. То, что касается применения. Вот смотрите, вообще как бы рекомендация наша. Там 14 капсул в баночке. 14 дней применяем каждый день. Либо утром, либо вечером. То есть одна капсула в день. Я вам рекомендую применять ее вечером. Потому что, почему? Можно это самостоятельное средство, можно под крем, под любой. То есть сначала сыворотка, потом ночной крем, если вы чувствуете, что вам недостаточно питания на ночь. Почему рекомендую на ночь наносить? Потому что ночью кожа обновляется, кожа отдыхает, и, в принципе, все процессы восстановительные проходят. То есть сыворотка будет работать более эффективно. Если вы будете наносить ее утром, в принципе, тоже не возбраняется. То есть у нас нет такой рекомендации, вот только вечером все. Я просто хочу сказать, что на сыворотку вы нанесете какой-то еще крем защитный, да, возможно, там солнцезащитный, тональный крем и так далее. И пойдете в люди, как говорится, то есть все выхлопы, вся там неблагоприятное воздействие окружающей среды, то есть кожа в любом случае так стресс испытывает. А ночью более эффективно будет воздействие, потому что кожа отдыхает. И еще тоже небольшая рекомендация, не наносите вообще все средства на лицо и под глаза, в частности, сразу перед сном. Вы будете рисковать и проснуться с отеками. Это же касается и суперсептиков. Пожалуйста, за 40 минут, минимум за час, за 40 минут, максимум перед сном. Нанесли, походили, там еще позанимались делами, и уже, пожалуйста, ложитесь спать. Ну, понятно, по суперсептикам все, да? А вот что еще хотела сказать, что касается, вот две недели применяйте, две недели делайте перерыв, потом еще две недели применяйте. Такую схему можно сохранять в течение 3-4 месяцев. Вообще, вот подсчитали, что в это время уже вы можете достигнуть этого эффекта. Но ничего страшного не будет, если вы, в принципе, перманентно будете вот таким образом перепринимать. Именно до того результата, который вы хотите получить. Более сияющую, более молодую, упругую кожу, бесцветных пятен и так далее. То есть все признаки старения будут, так, для усиления эффекта, все признаки старения будут уходить постепенно. Если это все будете применять в комплексе, то я думаю, что ну, скоро у нас и так, знаете, я хочу сказать, что наши консультанты, наши лидеры, вот особенно кто долго работает, с каждым годом, в принципе, вот компания 10 лет, уже 10 лет. По идее, да, люди, которые пришли в компанию 10 лет назад, должны там, ну, на 10 лет как минимум постареть, да, по паспорту. Но я хочу сказать, что в нашей компании люди только расцветают, только хорошеют, только, ну, это видно, это, в принципе, мы же тоже общаемся, мы смотрим, мы постоянно общаемся с нашими лидерами, с нашими консультантами. И это, в принципе, это огромный комплимент, я хочу сказать,
и наши косметики, и, конечно же, нашим лидерам, нашим консультантам, вообще нашей аудитории и всей нашей компании. Вот, Наталья Лазарева там написала. Ну, я, вы знаете, вот, в принципе, можно даже хронологию провести, допустим, 8 лет назад, там, на дне рождения компании, и как сейчас у нас люди выглядят. И я думаю, что в этом важнейшая заслуга все-таки средств, которые мы продаем, с которыми вы делаете бизнес. Далее. Тоже, в принципе, вы знаете, конечно, серия «Домашний салон красоты» – это серия, которая, ну, не знаю, она серия всех времен и народов, ее можно назвать, она любимая, она востребованная, потому что маски – это тоже то, что, в принципе, женщина очень любит использовать. Поэтому я сильно долго про них не буду говорить. Масочки появились в разных типах кожи, вот фитопротеиновые культурные настои для всех типов кожи. И еще хочу сказать, что эссенция гель, вот я уже говорила, еще повторяю, эссенция гель более густая, более приятная. Здесь, пожалуйста, смотрите, как надо применять. 5 дней применяете, если вы хотите активно, да, допустим, поработать, активно подпитать и увлажнить, да, вашу кожу. 5 дней масочку применяете каждый день, потом перманентно 1-2 раза в неделю. Потом можете еще, допустим, сделать перерыв 2 недели, 1-2 раза в неделю применяете, потом еще 5 дней и так далее. И, в принципе, можете продолжать это делать постоянно. Это будет только плюс для вашей кожи. Дальше пополнилась маской для сухой кожи. Это с экстрактом цветков наранж. Это цветки называются апельсинового дерева. Таким красивым названием. Вы знаете, да, что мы очень любим эти красивые мистические названия. Конечно, эта маска все вопросы и все проблемы для сухой кожи порешает. Она и восстановит эластичность, и разгладит поверхность кожи, подпитает и увлажнит. В принципе, и защитит. Поэтому эта масочка работает именно для сухой кожи. И также для комбинированной жирной кожи маска и вытяжка из розовых бутонов. Так, пишет супермаска. Ну, маски на самом деле очень эффективные, очень приятные. Вот кто не пробовал, пожалуйста, рекомендую попробовать, потому что на самом деле очень приятные в использовании. Есть у нас некоторые маски, которые гель достаточно жидкий, да, вот тканевых, и может быть не всегда комфортно использовать, потому что там побежит все здесь. Вот в этих масках вы этого не испытаете, а эффект получится потрясающий. И эту маску, вы, если чувствуете, что хотите умыться, когда уже подержали 20 минут, пожалуйста, можете прямо смыть теплой водой, а можно не смывать. По вашему состоянию, по вашему желанию. Также маска тканевая для лица с экстрактом соцветий лан-де-лан. Это именно для тусклой, для увядающей кожи, которая позволит коже засиять, освежиться и выглядеть красиво. Вот что хочется мне сказать о тибетской травяной смоле. Вы знаете, это тоже средство, это вообще как бы серия интересная, серия такого лечебного направления, серия оздоровительного направления. Но вот я сразу хочу сказать одну вещь, что все наши серии оздоровительного направления ни в коем случае не лечебные серии. И нельзя их делать панацеей от какого-то заболевания. Да, снять болевой синдром, да, там какие-то вещи решить, но это всегда идет как вспомогательно. Просто вы знаете, мы с таким прецедентом столкнулись, что люди, в принципе, вот, вплоть до того, что вот серия Майпанк немножко отвлекут, скажу вам, чтобы вы такой ошибки не повторяли. Я думаю, что аудитория здесь это не сделает, но на будущее, чтобы вы и своих предупреждали консультантов и новичков, чтобы они не делали таких ошибок. Ну, для того, что вот приходит письмо в компанию, у моего ребенка 3 года низкий гемоглобин, я хочу его поднять серией Майпанк, кровью морала. Он, естественно, последовал ответом, что детям до 12 лет не рекомендуется и так далее. Это может как вспомогательное средство быть. Понимаете, вот люди, они же где-то эту информацию берут, что вот все. И на вопрос, почему вы не идете к врачу, мне последовал ответ, что вы знаете, врачи назначают эту химию, а я хочу натуральным ребенку гемоглобин поднять. Ну, то есть, вот такие вот вещи, мне хочется прям сразу вот предостеречь, что все средства, в том числе и тибетская травяная смола, идут как вспомогательные. Да, если какое-то заболевание, и терапии, которую назначает доктор, это великолепное будет средство. Но ни в коем случае не единственное лечебное. 100% натурально, да, то есть там столько травок, там, вы знаете, там эти травы, конечно, в Китае богаты традициями, да, и
травы на это сочетать, чтобы они максимально эффект приносили. Вот там великолепное сочетание вообще этих трав. И что здесь вообще, да? Одно средство, двойной эффект. Это вообще о чем мы говорим? Ну, во-первых, трансдермальная терапия за счет тепла, да, вы знаете, что когда мы применяем эту маточку, мы ее сначала разогреваем, и за счет тепла кожа, естественно, тоже разогревается, открываются поры, и все целебные травяные экстракты проникают очень глубоко и очень быстро. И за счет этого, в принципе, идет вот оздоровление. А двойной эффект потому, что, в принципе, через эти же поры обратно выходят все токсины, все шлаки. Именно, ну вы знаете, да, что больное место, как правило, всегда вот там скопление токсинов. То есть идет, туда наоборот поступают все лечебные свойства, да, травки отдают все свои свойства, чтобы снять проблему. И наоборот выводят все шлаки токсины. То есть за счет этого вот это двойное уникальное воздействие. Когда же применяется смола? Вот приводят к спине и суставам, при детоксикации, от переохлаждения, от бессонницы, борьба с целлюлитом, применяется по месту назначения. Ну вот, допустим, переохлаждение, вам хочу сразу сказать, о чем вообще речь идет. Но если вы действительно там, вы сейчас зима, это сейчас актуально, вы перемерзли, вы там чувствуете, что выкладывает горло, да, там грудь, либо что-то начинает там кашлять, вы наносите его. В принципе, можно на грудь нанести. Абсолютно безопасно на любой участок тела. Вы прогрели, и, в принципе, вы можете предотвратить воспалительное заболевание. Точно так же на спину, на лопатки. Если речь идет о детоксикации, то, в принципе, это можно наносить на живот, на область пупка, на шейный отдел позвоночника, то есть вот именно на ключицы, да, вот именно где тоже у нас скапливается очень много таких токсинов. Боль в спине, боль в суставах, ну, в принципе, это у кого какие вообще болят вещи, да, после травм, колени, после перенесенных операций. Борьба с целлюлитом, это тоже, в принципе, все зоны могут быть обработаны смолой, это, ну, вы знаете, да, зоны бедер, зоны живота, и, в принципе, все зоны, которые, ну, женщины, по крайней мере, все свои проблемные зоны знают. Мужчина, в принципе, с целлюлитом бороться с целлюлитом нет никакого, потому что, ну, в жизни повезло в этой, а нет проблемы чисто физиологически, ну, нет у них этой проблемы. Поэтому вот немножко сказала про вещи, которые при каких вещах туда можно наносить. И еще, конечно, хочу сказать еще раз о том, как это делать и чем это делать удобнее. От бруска надо отрезать кусочек смолы. Ну, вы, допустим, знаете, да, когда вы будете наносить зону аппликации. Я думаю, что я не могу дать рекомендацию там 1 см, 5 см. Вы, конечно, сами опытным путем это поймете. Наносите, разогреваете в микроволновой печи. Лучше это делать в посуде для микроволновки. Либо как альтернатива можно разогреть на водяной ванне. Микроволновки 3-5 минут. В общем, смола должна полностью растопиться. И вот немножко обязательно дайте остыть, чтобы не было термического ожога на коже, потому что она достаточно горячая, представляете, расплавляется, там высокая температура. Вы должны комфортно по температуре наносить смолу на кожу. Дальше вы держите аппликацию определенное время. В принципе, вы можете разное время держать. Если вам комфортно, вы можете подольше. Если некомфортно, то можете сразу снять. Особенно при появлении какой-то реакции вы чувствуете, что вам жечь начало, ну, какие-то неприятные ощущения, конечно, прекратите аппликацию, уберите ее. Естественно, только для наружного применения. Ни в коем случае нельзя это все внутрь практиковать. Еще вопрос возникал, чем удобно наносить. Вы знаете, очень удобно наносить лопаткой из нашего набора для масла. Тарелочки, конечно, в микроволновку такие не надо ставить, а вот лопатка очень вам пригодится. То есть такой совет, скажем так. Вот такая рекомендация. Что еще касается... Ну, в принципе, по смоле, наверное, тоже все сказала. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите мне в рубрике «Вопросы». Мы сейчас пойдем дальше. Ну вот, говорила, что не буду говорить. Все-таки хочу пару слов сказать. Конечно же, вот еще раз повторюсь, что бомбой каталога стала обновленная серия БАУ. Действительно роскошная формула, действительно великолепная по дизайну новая серия. Она элитная, она такая красивая, она завораживающая. И она стала более эффективной за счет того, что поменялась формула. Но поменялась не вся формула, все экстракты, все компоненты действующие, которые были, все действующее начало осталось прежним. То есть
Коллаген, гиалуроновая кислота, все экстракты трав, они остались те же самые. Здесь поменялась основа. Вместо минерального масла пришли физические силиконы, которые сейчас очень модны, очень востребованы в косметической индустрии, именно современной, которые делают средства серии более комфортными для любого типа кожи. То есть, если в серии Баобол мы всегда получали какие-то реакции повышенной чувствительности, здесь, в принципе, это на 70-80% уже исключено. Конечно, могут быть, но, в принципе, здесь силикон, который делает средства комфортные для любого типа кожи с применением. Стали средства более экономичные. И, конечно, здорово, когда более красиво, эргономично, современная упаковка, да, более удобные средства, высокая концентрация и видимый результат вы получаете. И все это вот три в одном флаконе, как говорится. И вот информацию я бы хотела завершить речью, скажем так, цитатой одной великой женщины. Эта женщина, в принципе, наша современница, она сделала очень много для нас, даже начиная с того, что маленькое черное платье, которое сейчас, я думаю, что у каждого из нас. Она сказала, она уже о много великих вещей говорила, но вот здесь я, в принципе, как-то вот, я решила сказать, и сегодня я не хочу говорить, знаете, о каких-то выгодах потребительских. Я думаю, что, в принципе, вот когда речь идет о таких продуктах, здесь выгода потребительская на лицо. Вы будете видеть результат на лицо, скажем так. И вот она сказала такую фразу. 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа. На самом деле, да, матушка природа, никуда против нее не пойти. 30 лет у вас лицо, которое вылепило вам жизнь. 50 лет у вас лицо, которого вы заслужили. Так вот, я хочу вернуться еще раз к тому, о чем начинала, да, что, допустим, компания 10 лет, наши консультанты, по крайней мере, на 10 лет старше стали. Мы выглядеть стали намного лучше. Причем все, причем тотально. И я желаю вам всегда, чтобы паспортные данные и данные, которые видели ваше, ну, скажем так, ваше лицо, как ваша визитная карточка, всегда были загадкой. Паспортные данные, когда вас видят, никто не понимает вообще, что у вас может быть написано в паспорте. Да, в принципе, какая по сути разница, что написано в паспорте. Поэтому я желаю вам всем красоты, я желаю вам освоить вот эти вот продукты, я желаю вам их продвинуть, и в принципе, чтобы вся аудитория, которая рядом с вами, да, ваши клиенты, ваши консультанты, ваши родные, близкие, люди, которыми вы дорожите, только расцветали, потому что нашими продуктами, новыми продуктами, это возможно. Давайте будем поворачивать время вспять, не только для себя, но и для своих людей, которых мы любим. Ну, в принципе, у меня все. Такое вот, с информацией. Давайте сейчас я посмотрю вопросы, какие есть. Немножко еще по вопросам поговорим. Я сейчас там с горлом сижу, не очень удачно. Так, с какого возраста использовать сферы? Начиная с 25 лет, можно ли их использовать курсом, например, один месяц? Ну, в принципе, можно их использовать курсом, но я еще раз говорю, месяц подряд не надо. Давайте будем использовать 2 недели, используем 2 недели, отдохнули. Ну, 25 может быть даже и рановато, ну, 30 плюс точно можно начинать. Ну, хотя, в принципе, вы знаете, вот нету такого, да, что вот что-то там страшное случится. Тем более, если кожа, если у кожи есть такие показания. Пожалуйста, можете 25 начинать. Подскажите, как использовать смолу от бессонницы. От бессонницы это тоже воротниковый отдел, шейный отдел позвоночника. Тоже наносите, и, в принципе, краски, они свое дело сделают. И, в принципе, я думаю, что точно вы уснете, во-первых, там и аромат травы, да, и тепло вот это все будет играть. Воротниковая зона, шейный отдел позвоночника, туда делайте аппликацию и смолу. Еще я про смолу забыла важную вещь сказать, но я думаю, что все уже ее знаете, то, что смола очень многоразово использована. Она выводит токсины, и вы можете увидеть, что она поменяет цвет. Это нормально, но она совершенно не поменяет свой цвет. То есть вы этот брусок покупаете буквально там. На приличное время, я думаю, что может быть даже в районе года, даже если вы будете использовать его регулярно. Сколько раз можно использовать одну смолу? Вот, я сначала ответила, потом читаю вопрос, так тоже бывает. Смолу на лицо наносить нет, смолу на лицо наносить не надо, смола наносится только на места, вот проблемные. Это на тело, это для тела вообще продукт. На лицо, пожалуйста, не наносить.
А зачем вообще на лицо на этих малых? Кто там у вас может болеть? Какая будет? Ну вот интересно, если в смоле накапливаются токсины, ну все, я уже ответила, да, что в принципе там ничего не накапливается, это просто выводится, смола остается прежней, и она действует точно так же. Серия БАО, есть ли той фактор? Да, у моделирующего крема, вы знаете, я сейчас вам не могу сказать, но вы, пожалуйста, вот Юля, откройте каталог, и если в каталоге указано, что СПФ-фактор есть. Мне кажется, что вот сейчас, насколько я помню, что на всех средствах серии базы СПФ-фактор. Если СПФ-фактор есть, он существует, и он в составе, то, в принципе, это указано в каталоге. Так, и наносить на влажную кожу. Что наносить на влажную кожу, Ольга? Я не поняла вопрос. Сыворотку нужно использовать курсом или можно постоянно. Ну вот еще раз говорю, что вы, в принципе, можете вообще перманентно использовать суперцессики, но делайте вот две недели перерыв. Потом вы, в принципе, вот 3-4 месяца поделаете так, вы увидите результат, который вас удовлетворит. То есть на лицо он будет, да, омоложение кожи, улучшение состояния, подтянутость, эластичность, все эти показатели улучшатся. Поэтому, в принципе, вы можете потом сделать перерыв. Если вы не хотите делать перерыв, не делайте. Но делайте две на две. Вот именно таким образом мы вам рекомендуем. 20-30 раз использовать. Так, здесь уже ответы у нас пошли. В каталоге не указано, да, на моделирующем креме. Значит, моделирующий крем не содержит SPF-фактор. Но по сути, Юля, он не, в принципе, он не нужен, потому что моделирующий крем, во-первых, он как ночной всегда шел, да, а сейчас мы его рекомендуем только по контурам лица наносить, ну, либо как ночной. Поэтому солнцезащитный фактор, как таковой, он там не нужен. И вообще все средства, тоже вам сразу скажу, раз такой вопрос возник. Если в каталоге указан SPF, значит SPF есть. Если не указан, значит SPF защиты нет. И вы, пожалуйста, смотрите, что за средство. Может быть, речь идет о ночном креме, действительно, смысл там SPF фактор давать. Это солнцезащитный фактор. Так, скажите, жемчужную пудру пустили по распродаже, не значит, что это минус ассортимента? Нет, не значит. Абсолютно не значит. Жемчужная пудра – это, скажем так, один из основных средств компании, такой, который всегда и на века, поэтому не переживайте. Маска растворимая с водорослями. Это с коллагеном маски водоросли, да, вы спрашиваете? Маска такая будет. Она, возможно, будет, но она будет не скоро еще, то есть сейчас она в тестировании, она показывает хорошие результаты. Она будет точно такая же, там просто дело в другом заводе производителе. Поэтому, в принципе, ждите масочка с коллагеном морских водорослей будет. Да, она на самом деле эффективная. Она будет также по применению, да, то есть там надо будет ее растягивать на лице и так далее. Но она будет, но достаточно долго еще ждать. Поэтому планируется ли в серии дневной крем? В какой серии? Людмила Михайловна, не поняла вопрос. Так, ну здесь уже у нас идут эмоции. Так, сколько времени? 45 минут? Ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы будем заканчивать. Вот скажите, еще какие-то такие вопросы животрепещущие есть? Вот мне в чате прям напишите, которые вот прям вы хотите сейчас в минуту получить вопрос. Так, Людмила Михайловна пишет, что планируется ли в серии дневной крем БАО. Ну, крем от морщин, который в баночке, он и, в принципе, как дневной, он и идет дневной крем. А какой еще крем? И, в принципе, вы молочко, если речь идет об уходе более легком, для более молодой кожи, либо в летний период, когда более легкий уход, в принципе, молочко для шеи, пожалуйста, применяйте как дневной крем. Это что касается обновленной серии БАО. Капсулу на влажную кожу. Капсулу можно наносить и на сухую кожу. Но, в принципе, если на влажную, вы сами понимаете, что более эффективно, да, более экономично будет наноситься. Ночной крем планируется. Ночной крем вы можете моделирующий использовать как ночной. Вы можете, вообще мы сейчас рекомендуем дневной и ночной крем от морщин использовать и днем, и вечером, а моделирующий по контуру лица. Но вы, в принципе, можете использовать моделирующий как ночной. Пожалуйста, просто его сделали меньшую тубу, и будет, возможно, у вас заканчиваться он пораньше, но ничего страшного. Потому что он эффект именно подтягивающий, именно вот контуры будет подтягивать, то, что нам надо.
То, что касается вообще антиэйдж направления, да, это вот когда уже подвисание идет и так далее. Вот это моделирующий крем делать, пожалуйста, вы можете его на столицу наносить. Никто вам ничего не скажет. Здесь рекомендация такая. Можете на вид, на все лицо, можете на контур. Пожалуйста, это уже выбор ваш. То есть ничего плохого с вами не случится. Так, ну все, я вижу благодарности. Вы были очень теплой аудиторией. Вы знаете, очень я люблю свою аудиторию, очень я люблю компанию мою, там, консультантов. Поэтому, в принципе, всех вас жду, помните, для вебинаров через месяц, когда появится. Ну, в принципе, вы увидите тоже в расписании, когда появится каталог, появятся новинки, сейчас ничего про них говорить не буду, но я вам все точно так же расскажу, покажу. Если какие-то вопросы остаются, посмотрите моя почта электронную, запишите ее и пишите письма. То есть ни одно ваше письмо не останется без ответа. Все, всего доброго, всем счастливо, до свидания. The kind I like to meet, pretty woman.